Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире. На интернет-аукционе Bits.com ювелирные украшения от ведущих дизайнеров США и Европы проданы по беспрецедентно низкой цене. Коллекционный кулон Фаберже с бриллиантами стоимостью 25 530 долларов продан всего за 5 110 долларов. Женские коллекционные часы Fred стоимостью 11 850 долларов были проданы всего за 2 410 долларов. Мужские часы Versace стоимостью 6 500 долларов проданы за 1 345 долларов. Кольцо из белого золота с бриллиантом весом 1,2 карата стоимостью 2039 долларов было продано всего за 435 долларов. Сегодня только аукцион Bits.com предлагает огромный ассортимент дизайнерских украшений и аксессуаров по невероятно низким ценам. Покупатели отмечают 100% удовлетворенность качеством приобретенных украшений и сервисом. Вы смотрите «Новости дня». Оставайтесь с нами.